Анапа стала вторым по популярности направлением для путешествий с домашними питомцами. По данным сервиса бронирования отелей и квартир, в августе на первом месте оказался Сочи, на втором – Анапа, а на третьем – Санкт-Петербург. Также в топ-10 мест, куда россияне охотно берут с собой домашних животных, вошли Геленджик, Ейск, Голубицкая, Феодосия, Ялта, Джугба и Москва. А я напоминаю, что партнер выпуска – кафе «Кулинария Таверна» в Анапе. Постоянные посетители ресторанного комплекса «Шемсихолд» знают. Здесь всегда можно выбрать выпечку, готовые закуски, салаты, мясные и рыбные блюда как для ежедневных обедов и ужинов, так и для праздничного застолья. Однако, идя навстречу пожеланиям своих гостей, было принято решение провести полную модернизацию этого объекта. В результате большую часть имеющихся площадей заняли удобные столики со стульями и диванчиками. Полноценное, грамотно разработанное меню включает большой список самых любимых и популярных блюд. Здесь вы всегда сможете вкусно позавтракать, выбрав на свой вкус салат, шаурму с разнообразными добавками, а в обед съесть тарелку горячего супа или классический шашлык, а вечером посидеть в компании друзей и заказать настоящую итальянскую пиццу. А десерты шеф-кондитера выглядят многообещающими. Кафе «Кулинария Таверна» в Анапе на Солдатских Матерей 8Б ждет вас!